Банде Гуру Пададандам Бхактабинда Саманнитам Шри Чайтанна Прабхум Банде Нитананда Саходитам Си Нанда Нанданам Банде Радхика Чарнодаям Гопиджана Самаюктам Бриндаванам Манохарам Ванчакалпатарувасхе Пасинду Бхавачу Патитанам Павунебхьо Вайшнавебхьо Намо Намаха Мукам Кароти Вачалам Пангум Ланхайтигирим Яткипатамахам Банде Парамананда Мадхавам Бриндавай Тусидеббхай Пиявай Кешвасвача Кришна Бхакти Паде Деви Саттваттвай Намо Намаха Нараяна Намаскритто Нарунча Ива Наруттамам Девин Сарасватин Вясам Тату Джайо Мудире Шанкиртане Кришна Катхупадеши Гаурия Патрасья Пракасанеча Садануракта Гуру Бхакти Юкто Бхакти Прамадакша Джагод Баруна Дхейям Сада Парибхавагна Бхавишчадухам Тетас Падам Сива Виранчанутам Сараньям Бхитатихам Панутапал Бхавад Дипутам Банде Махапурусате Чаруна Равиндам Ятпада Паллавана Качанда Маничатая Биспуриджита Кимапигаводушу Адарши Пурнану Рагра Сасагара Сарамуртихи Сарадхикамай Када Кибхам Караси Шри Кришна Чайтанна Прабхунитананда Шри Аддвайта Гададхара Сивасади Гаура Бхактабинда Шри Кришна Чайтанна Прабхунитананда Шри Аддвайта Гададхара Сивасади Гаура Бхактабинда Хари Кришна Хари Кришна 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 Хари 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 Рама Хари Рама 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 Хари Хари Аджануламбита Бхуджау Канака Бадату Шанкиртанай Капитару Камала Ятакшу Вишам Бару Диджавару Джугадхар Бапалу Банде Джагат Приякару Каруна Бхатару Хари Кришна Хари Кришна 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 Хари 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 Рам Хари Рам 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 Хари Намами Ганге Тава Пад Панкаджам Сура Сурайр Вандито Дибба Рупам Бхуктин Ча Муктин Ча Дада Синитам Бхавану Рупена Сада Наранам Ганга Таранга Рамания Джата Калапам Гаури нирантара вибуши тобам бхагам Нараяно прияманамга мадапарам Варанаси пурапати бхажави шанатам Баги саджуша бадане Лакшмир жасарча бхакшаси Жасьястхиде самбид Твам Нишинга Махам Бхаджи Хари Кришна Хари Кришна 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 Хари 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 Рам Хари Рам 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 Хари Хари Нидрая Ятнактам Бябай нача бабайо, дивача артея раджан, кутумбхарани нава,
Nidraya hyatanaktam bevai na chavavayo divacha arthahaya rajan kutumba bharani nava. Gaurya Goshtipati. Gaurya Goshtipati. Шишила Бхакти Сидханта Сарасвати Госвами Такур Прабхупад Парамахамса Джагадгуру сказал, высшая гуру, высшая милость Гуру Вайшнава состоит в том, чтобы освобождать обусловленные падшие души. Они настолько милостивы, что всегда постоянно хотят освобождать падшие души, поскольку они не могут вынести боль, от которой страдают дживы. Именно поэтому гуру вайшнавы стараются изо всех сил помочь. И нет более важной севы, более важных обязанностей, чем это. Это в действительности является обязанностью всех ачарьев. Прабхупад объясняет, что главная обязанность ачарьи — обеспечить полную защиту Сиддханта Вани. В действительности это является единственной обязанностью. Ведь если Сиддханта защищена, все остальное будет проходить гладко. Но если Сиддханта Вани в опасности, все будет разрушено, все будет также в опасности. Вся проповедь. В разговоре с Парикшит Махараджем Шукадева Госвами говорит, люди не хотят служить Бхагавану. Они хотят служить Майе. По своей величайшей неудаче дживы не хотят служить Бхагавану. И так, как будто бы по инстинкту они непроизвольно служат Майе. Kaluna Rajan Jagatam Param Gurum Tilokunatha Anatapad Pankajam Paina Marta Bhagavantam Akshutam Jakshanti Pashanda Vibhinna Chetasa. They become heartless. Становясь полностью бессердечными, они не хотят служить Бхагавану, хотят служить Майе. Существует два вида майя. Махамайя и йога-майя. Махамайя является тенью йога-майя. Yogamaya, internal potency is there. Internal potency of Bhagavan, Yogamaya is the mind.
Йога-майя, вечная энергия Бхагавана. Ее действие можно понять на примере, когда мы идем, то есть имеется в виду, что такое Махамая, можно понять на примере нашей тени. Когда мы идем, тень идет за нами. Точно так же. And at the same time, without the existence of that internal potency, this potency can. Без существования вечной энергии Господа Йога-майя не могла бы существовать Маха-майя. Internal potency, which is the original potency, except that it seems the energy, another energy acting. В этом мире господствует она, Махамая. Так, будто бы все общество зачаровано, заколдовано ей. Follow. This is called Ichchanurupi, Ichchanurupamupi, Jachestatesa, Govindamadipurushantamam bhaja. What's speaking? Sishti Siti Palaya Sadhana Shakti, Sishti Siti Palaya Sadhana Shakti Rekha, Chayeva Jasya Bhuvanani Vivarti Durga, Ichchanurupamupi, Chestatesa, Govindamadipurushantamam bhaja. I mean, Yogamaya is the internal body. This is all. But other, we see some magic spell here. That is called the shadow. There is a shadow. So long bonded soul, so long, пока обусловленные души находятся под влиянием майя. Пока три гуны материальной природы влияют на нас. Или другими словами, пока мы полны анартх, мы не сможем осознать, кто такая Йога-майя. Можно стараться изо всех сил сделать это, читать книги, но ничего не выйдет. Лишь когда мы обретем милость Сварупа-шакти, начнется наша бхакти. Как я уже говорил, все, что происходит до этого, называется баджана-крия. Когда у нас будет единственное желание встретиться с Бхагаваном и служить ему, это и будет настоящим баджаном. Но до этого у нас бесчисленное желание. До того, как мы получим милость, мы наполнены желаниями. Но когда мы получим милость Сварупа-шакти, мы сможем осознать, кто такая Йога-майя, поскольку у нас будет одно единственное желание — встретиться и служить Бхагавану. Но в настоящее время у нас полно желаний посторонних. Но в определении чистого бхакти сказано «Анья билашита шуньям». Лишенные посторонних желаний. Когда вы постигнете, кто есть Йога-майя, она будет давать вам вдохновение. И благодаря ей в своем сердце вы сможете созерцать лилы, вы сможете увидеть очень ясно,
Бхагавана Джаганатха. Вы сможете осознать свою сварупу, вы сможете осознать, каково ваше вечное служение. Все это происходит благодаря йога-майе. Вы поймете, каково ваше настроение в духовном мире, ваше вечное духовное настроение. Йога-майя, другими словами, обеспечит мою связь с Бхагаваном. Йога означает плюс, то есть то, что добавляется, связь. То есть йога-майя помогает нам соединиться с Бхагаваном. Именно то, что описано в этой шлоке, должно стать нашим настроением. В противном случае мы обманемся, мы ничего не получим. Итак, если мы на протяжении всей своей жизни будем пытаться отблагодарить Адвайта Гасая за то, что он дал нам, у нас ничего не выйдет. Без него у нас не было бы ничего, поэтому никто не может отплатить Адвайте Гасаю. Именно даже Гауранга Махапрабху не смог сделать это. Что уж говорить о нас. Гауранга сам сказал, я не могу отплатить ему, и он воспринимал Адвайта Гасая как своего гуру. Тогда же, если сам Верховный Господь Гауранга Махапрабху говорит подобное, что говорить о нас. Махапрабху касался стоп Адвайта Гасая, брал пыль с его стоп на свою голову. Так представьте, в каком неоплатном долгу мы перед Адвайта Гасаем. Аям в этой шлоке означает указывать. Адвайта Гасай не отличен от Махавишну, говорится в этой шлоке. И бесчисленные миры зашли из Махавишну. Адвайта Гасай не отличен от Махавишну. Хочу лишь напомнить вам о том, что изначально во Вриндаване Баладев Джи Махарадж и Бхагаван Шри Кришна. Баладев Джи Махарадж — это первая экспансия Кришны. Они совершают свои игры во Вриндаване в своей изначальной форме, как Мула Санкаршан. Баладев Джи Махарадж. Васудев Прадюмна Анирудха
и Санкаршан — это четыре. Четыре защитника Вайкунха. Карандакшаю Вишну производит бесчисленные вселенные. Он вдыхает и выдыхает их. И если посмотреть на картину творения в целом, мы ощутим свое незначительное положение, насколько мы малы, тем не менее проявляем ложное эго. Как прежде я говорил, прежде чем начать Харибаджан, необходимо осознать свое положение, понять, что мы представляем из себя. Только тогда мы либо то есть только тогда мы сможем продвигаться. А когда мы не понимаем, что мы себя представляем, мы либо будем деградировать, либо находиться на том же уровне. Когда мы почувствуем стыд за себя, у нас появится смирение. И лишь тогда мы сможем начать совершать Харибаджан. А мы перепрыгиваем всю эту естественную последовательность. Итак, Адвайта Гасай не отличен от Махавишну. О нем в Бхагавад-гите Шри Кришна говорит. Материя происходит под моим руководством, ее творение происходит под моим руководством. Как она создается, как она уничтожается, Махавишну просто вдыхает и выдыхает эти миры, когда он по желанию Бхагавана миры создаются и уничтожаются. Я знаю, вам очень сложно в это поверить. Вам кажется, что кругом одна материя. Но откуда взялась она? Откуда ваше тело? Откуда все, что вас окружает? Все это прокрити, материя. Это тело не принадлежит вам. Нужно помнить об этом. Если плотность какого-то предмета довести до максимума, different layer, different density.
Этот предмет превратится, перестанет свое существование, прекратит свое существование. Весь мир можно превратить в крошечный шар. То есть эту землю можно превратить в крошечный шар. И все, таким образом, вся материя, и даже дживы пребывают в Махавишну. И, конечно же, многие не могут понять, как это происходит, как это, когда все дживы погружаются в Махавишну, как они там существуют. Но это чинтия беда, беда, татва, непостижимая татва. Итак, Адвайта Гасай, Махавишну, производит материю, создал материю. Для того, чтобы построить здание, необходимо кирпичи, необходим цемент. И другие необходимые для строительства материалы. А для того, чтобы построить материальный мир, точно так же необходимы материалы. И кто поставляет их? Адвайта Гасай. А Махавишну лишь смотрит, смотрит на Майя Деви. Как зарождается жизнь в материальном мире? Семя входит в лоно матери, и там зарождается жизнь. Когда два... То есть объясняется, как зарождается ребенок, жизнь. Если погрузиться в глубину, на глубину Сиддханты, вы увидите, сколько драгоценностей там. Но если вы будете сверху воды плескаться, ничего не увидите, кроме волн, как это происходит на море. Лишь соленая вода и волны, которые мешают. Но если нырнуть глубоко, вы обнаружите там много сокровищ. Точно так же мы должны стараться идти вглубь. Махавишна лишь бросает свой взгляд, и когда он делает это, происходит вспышка света. Лучи света. На 12 частей разделяется, расщепляется этот свет и падает на 12 частей этого мира. Beam.
Если кто-нибудь задаст мне вопрос, что такое Шивалингам, это и как раз и является вот этот процесс описания моего. Лингам и йони, казалось бы, это нечто грязное в мирском отношении. Но Бхактивинода Тхакур говорит, что это совершенно не так. Это обладает глубокой сиддхантой. Ведь благодаря им происходит жизнь, зарождается жизнь. Итак, во взгляде Махавишну содержится бесчисленное количество джив, то есть в свете, вот в этом, в лучах, которые исходят из его глаз. Бесчисленные дживы входят в материю. И таким образом дживы входят в лоно Майи. Таким образом, Адвайта Гасай является источником материи, которая необходима для существования этого мира. Но Адвайта Гасай не простой Шива, он Сада Шива. Тот, кто относится к Вайкунтха Татве. Как я уже много говорил, что если вы как отправная точка у вас будет материальный мир, вам придется преодолеть Бур, Бувах, Сваха, много миров. И в процессе освобождаться от разного уровня оков. Затем вы дойдете до Брахмалоки, там увидите океан Вироджа, бесконечный океан трансцендентных вод, который исходит из пор Господа. А затем, когда вы пересекете его, вы увидите сияние Брахма-джьоти. Вироджа означает то место, где необходимо принять полное омовение для того, чтобы обрести абсолютную чистоту. И там вы после этого вы столкнетесь с сиянием Брахма-джьоти. Затем вы дойдете до Шива-локи. И это уже относится к планетам Вайкунтхи. Именно там находится Адвайта Сада Шив. Итак, такова главная роль Адвайта Гасая. Помимо этого, то есть имеется в виду зарождение, жизнетворение, это главное то, что делает Адвайта Гасай. Если задаваться вопросами, что, как и почему, в конце концов, в ответе на них, в ответах на них мы придем к Господу, поскольку Он является изначальной причиной. Вы когда-нибудь видели паука? Так вот, когда он плетет паутину,
он изо рта выпускает нить. После того, как паутина сплетена, и он поймал других насекомых, он вбирает ее назад в себя, эту нить. И... То есть он ничего с никаким другим внешним материалом не прибегает. Все в нем. Сначала он ее выпускает, затем он ее поглощает. То же самое можно... То есть этот процесс можно сравнить с процессом творения. То же самое делает Господь. То же самое делает и Адвайта Гасай, который не отличен от Махавишну. Тем не менее, помимо этой обязанности, у него есть одна замечательная, другая замечательная обязанность — освобождать обусловленные дживы. Если вы почитаете различные шастры, вы увидите, что повсюду есть упоминание об этом. Есть, повсюду говорится, часто цитируется Шанкар Шива, то есть Шанкар Увача, Шанкар сказал... Адвайта Гасай — это Сада Шива Татва. И изначальной задачей Ачарьи является освобождать обусловленные души. Адвайта Гасай рыдал, призывая Господа, чтобы он не зашел сюда и помог обусловленным душам. Не так-то просто привести в этот мир Бхагавана. Но Адвайта Гасай кричал, взывал к нему. В Гаутаме Тантре содержится одна шлока, именно которую цитировал Адвайта Гасай. Точнее, который следовал Адвайта Гасай. Запомните эту шлоку. В которой говорится, лишь если я... Сейчас люди один раз готовят и пять дней едят. Они не думают, что как Бхагавану предлагать. Так вот, в этой шлоке описывается процесс поклонения. И Адвайта Гасай следовал ему, он обрывал листочки туласи и с ними предлагал, поклонялся на берегу Ганги. Таким образом, по милости Адвайта Гасай, отвечая на молитвы Адвайта Гасай, Бхагаван не мог не прийти, он был вынужден. Он явился, когда Господь явился здесь, в этом мире, Адвайта Ачарья танцевал. Танцевал от счастья. Так же, как и Харидас Такур. Когда Харидас Такур увидел, как Адвайта Ачарья начал танцевать, он подумал, что-то невероятное произошло, какое-то невероятное событие.
иначе Адвайта Гасай не стал бы танцевать. Адвайта Гасай — высший среди ачарьев. Именно Гауранга Махапрабху даровал, провозгласил это его положение. Адвайта Гасай совершенно не обращал внимания на то, что говорили в то время различные так называемые последователи Бхагавата-дхармы. Advaita Gosai will play a vital part in his creation seva. Так, Адвайта Гасай играет главнейшую роль в сотворении этого мира. Вторая его роль. Адвайта означает недвойственное. Недвойственный. Неделимый. Что есть Кришна, что есть Радхарани. То есть в действительности Радхарани — это Кришна, а Кришна — это Радхарани. На санскрите «шо» приставка означает «он», а «са» — это указание на женский род. И с одной стороны, в нашем сердце не должно быть двойственности, с другой стороны, существует бесконечное разнообразие. Ачинти обеда, обеда татва. Таким образом, многообразие в единстве и единство в многообразии. Когда я прикасаюсь к материи, к какому-то материальному предмету, с одной стороны, то есть это концепция Майявади. То есть они говорят, что в действительности все существует, но оно якобы во сне. Я якобы прикасаюсь к материи, но все это мне лишь снится. И Майявады как раз-таки Майявади преследуют двойственную концепцию, но Адвайта Гасай, его имя указывает на недвойственность, отсутствие двойственности. Еще одно из значений его имени
It is called third case ending. Harina Advaita. With Hari there is no difference. Заключается в том, что он не отличен от Хари. Харина Адвайта. Харина Адвайта. Who is Hari? Who is Advaita? Адвайтам, Харина Адвайтам. Адвайтам, Харина Адвайта Ачарьям Исвара. Адвайта Ачарьям. After that they are speaking that non-different, okay? Bhakti Shamshanat. Shamshan means speaking. Meaning of Shamshan, I can in front of me, Gurudev, Gurudev, you speak in front of me, please, Shamsa. Shamsa means speak. Bhakti Shamshanat. For fifth case in for Bhakti Shamshanat. For the reason of propagation of pure devotional thing. Bhakti Shamshanat. Bhakti Shamshanat указывает на того, кто пришел сюда, чтобы проповедовать бхакти. Во время Гора Пурнимы мы поговорим об этом подробнее. Сказано, что он, Адвайта Гаса, является Бхакта Аватарой. С одной стороны, он показывает нам практику преданного служения, с другой стороны, он не отличен от Бхагавана. Итак, я принимаю прибежище этого Адвайта Гасая, явившегося в этот мир для того, чтобы обучить нас, что такое бхакти, обучить нас бхакти. So, now Advaita Gosai going to show us, acting as Acharya. That time, Advaita Gosai, Advaita Gosai показывает нам пример подлинного Ачарьи. В то время он был лидером, он был ведущим среди Ачарьев. И люди, глядя на него, думали, что он сам Господь. Адвайта Гасай родился в Шантипуре. Но в соответствии с историей, с историческими данными, он родился в Лау. Это деревня на северо-востоке Бенгалии. В семье брата Джаганатхамишры, брат Джаганатхамишры также родились в этой деревне. Так вот, Адвайта Гасай физически родился там. Но, конечно же, на самом деле он родился в Шантипуре, на берегу Ганги. Изначально Адвайта Гасай назвали Кувер. Его отец и мать жили в Шантипуре. Но затем
А, нет, простите, они жили там, где в соответствии с данными родился Адвайта Гасай. Затем они приняли решение переехать в Шантипур. Но царь Лао, той деревни, где они жили изначально, не соглашался отпустить их, не позволял ему ехать. Не позволял отцу Адвайта Гасая переехать. На самом деле, этот царь был шактой, поклонялся Деви в своем дворце. На входе во дворец стояло божество Деви. Но после рождения Адвайта Гасая перед тем, как родился Адвайта Гасай, много детей после рождения сразу же умирали у его родителей. Но потом его мать увидела сон, в котором ей явился Адвайта Гасай и сказал: «Я скоро приду». И она поняла, что у них родится необыкновенный ребенок. Так оно и было. Уже в 12 лет Адвайта Гасай знал на зубок все шастры. Я ошибся. Кувер — это отец Адвайта Гасая, а Камалакша звали Адвайта Гасая с рождения. Глядя на Камалакшу, этого мальчика, царь не понимал, кто он. Сын царя и Камалакша дружили. Они вместе учились. Глядя на Камалакшу, царь понял, что он необыкновенный. И с самого детства царь очень любил Камалакшу. Однажды во время фестиваля Деви Пуджи была организована большая программа. Собрано большое собрание людей. И Камалакша зашел в зал, а царь наблюдал за ним. Он увидел, что Камалакша не предложил поклоны божеству Кали. Он напрямую зашел в собрание. Царь разозлился: «Почему ты не предложил поклоны?» И отец Камалакши сказал: «Было бы хорошо, если бы ты предложил поклоны Деви». Но Камалакши ответил: «Деви не может принимать от меня поклоны». «Ты что такое говоришь? Иди кланяйся». Итак, он все-таки, послушавшись царя и отца, поклонился. И именно в этот момент раскололось божество Кали. И раздался голос с неба: «Я так долго ждала милости Камалакши, то есть Садашивы, и теперь я ухожу.
все собрание было, собрание людей поражено, царь плакал. То есть божество раскололось, и Деви сказала: «Теперь я ухожу». Я могу привести несколько таких примеров. Конечно же, я знаю, что обусловленные души полны сомнений, им сложно поверить в нечто подобное. Вспомните про Рупу Госвами или и Абхирам Гопала. Когда Абхирам Гопал, если бы Абхирам Гопал предложил поклоны какому-то живому существу, обычному живому существу, человек сразу же умирал, потому что он не мог подобного вынести. Итак, если бы кто-то обладал такой преданностью, не меньше, чем у Абхирам Гопала, он мог бы переварить поклон его. Но, как правило, этого не происходило. Когда Абхирам Такур предлагал поклоны, вошел в комнату, и на коленях Махапрабху сидел Гопал Гуру Госвами. И Абхирам Такур предложил поклоны. Получилось так, что он поклонился обоим. Ничего не произошло, благодаря Махапрабху. Но так или иначе, кому бы ни кланялся Абхирам Такур, божествам, которые не являлись подлинными, они ломались, раскалывались на части. Так Адвайта Гасайи попросил разрешения отправиться в Шантипур, в свою изначальную дхаму, для того, чтобы продолжить свое обучение. Отец и мать позволили. И с этого момента началась его удивительная жизнь, то есть его... Он начал учиться у Шанта Ачарьи. Это был пандит, выдающийся пандит во всем Шантипуре. Он как со скоростью ветра цитировал. Шастры. Веды, Веданту, Упанишады. И все общество вайшнавов того времени наградил после того, как отец и мать Адвайта Гасайи оставили тело, он решил все-таки не покидать Шантипур. И впоследствии он встретился с Мадхавендра Пури. Мадхавендра Пурипад в процессе своего паломничества, путешествия, зашел в Шантипур. И лишь взглянув на Адвайта Гасайи, он понял, кто перед ним. И Адвайта Гасайи также сразу осознал, кто перед ним. Они обнялись с большой любовью, и Мадхавендра Пурипад даровал Адвайте Гасайи дикшу. Дал Адвайта Гасайи дикшу.
Впоследствии была устроена свадьба Адвайта Гасая. Отца его жены звали Нрисингананда. Простите, Нарисинга Бадури. Он женился на Сита Такурани. Было две дочери в семье, Сита Такурани и Шри. И отец думал, где еще найти подобную личность, как Адвайта Гасая. Я хочу отдать в жены ему обоих своих дочерей. Тогда не было, то есть это не считалось чем-то порочным. Адвайта Гасай — вечный спутник Господа, поэтому это не повод сомневаться в его возвышенном положении. Итак, Сита Деви, Сита Такурани — это йога моя. Еще до свадьбы Адвайта Гасай принял решение совершить паломничество по святым местам. Он отыскал во Вриндаване божество Мадан Гопала, и много-много всего произошло в этом паломничестве. Когда он пришел в Медхилу, он встретился с замечательным поэтом по имени Видьяпати. Помните Чандидас Видьяпати? Махапрабху именно его произведение читал в Гамбире. Писал он так, что когда вы читаете, будто бы перед вами будто бы предстает Вриндаван. Будто бы вы созерцаете непосредственно его. Когда Адвайта Гасай увидел этого поэта, он осознал, именно по милости Адвайта Гасая мы знаем Видьяпати. То есть он жил на границе с Непалом, но по милости Адвайта Гасая он, то есть Адвайта Гасая сделал этого поэта известным для всех нас. Прозвище Шачи Деви — это глаза. Адвайта Гасай был уверен в том, что Бхагаван описывается. Сита Такурани прибыла с драгоценностями,
Шачи Сита Такурани на паланкине прибыла в полном убранстве, с украшенной драгоценностями. Сита Такурани — это йога майя, а йога майя — это пурнамасия. Пурнамаси всегда играет главную роль в играх во Вриндаване. Даже Нанда Баба и мама Ишода выражают ей глубокое почтение, умощая свою голову пылью с ее стоп. Никто во Вриндаване не может игнорировать Пурнамаси. Все выражают ей почтение, даже Кришна, Радхарани. Да даже Джатила и Кутила. Таким образом, это главные обязанности йога майя пурнамаси организовывать лилу, устраивать все так, чтобы игра лила стала совершенной. Итак, сама Пурнамаси пришла, чтобы благословить Гаурангу. Принесла с собой много драгоценностей и сладостей. А Адвайта Гасай и Харидас Такур, зная, что родился Махапрабху, танцевали как безумные. Харидас Такур думал, ну не станет Адвайта Гасай так просто танцевать. Наверняка он достиг совершенства в баджане. То есть, что это значило? Значило, что он достиг своей цели, что сам Господь наконец-то не зашел в этот мир. Вся Гаура Лила так или иначе устроена Адвайта Гасаем. То есть имеется в виду, что он принимал непосредственное участие в ее организации, в ее устройстве на всем ее протяжении. У Адвайта Гасая было 5 сыновей. Ачютананда, еще один. Кришна. Кришнананда. Были преданными. А другие 3 сыновей были бессердечными людьми, которые не следовали Адвайта Гасаю. Они пошли по пути Смарта Рагу. По пути Смарта. Смарта. Рагунандан, сын Адвайта Гасая, стал выдающимся лидером этих смартов. Он писал огромные тома, огромные книги о смартам, о пути смарт. Но, несмотря на то, что они были сыновьями Адвайта Ачарьи, мы не относимся к ним как к своим ачарьям, поскольку они не следовали по пути Адвайта Гасая. Есть несколько ветвей, которые идут от Ачьютананды. Одна ветвь идет от Ачьютананды, а другая — от Кришнананды. Ачьютананда был маленьким, когда был маленьким, выражал глубокую преданность. И когда его кто-то спросил, кто гуру, Ачьютананда сказал, Махапрабху гуру.
У него спросил, у него же гуру. То есть кто-то назвали, что сказали, что гуру Чайтанья Махапрабху это Кешава Бхарати. И Ачьютананда было так разозлился. Он сказал отцу, отец, ты занимаешь лидирующее положение среди ачарьи. Почему ты говоришь подобное? Адвайта Гасай был так счастлив слышать это. Он взял сына на колени, поцеловал его, сказал, ты мой учитель на самом деле. То есть он недоумевал, как это возможно, что Кешава Бхарати может быть гуру Чайтанья Махапрабху. Разве у Чайтанья Махапрабху может быть гуру? В то время он был ребенком. И все были поражены, что он так размышляет. Впоследствии Ачьютананда отправился в Пурушоттама Кшетру, но многое об этом еще можно сказать, тем не менее времени на это нет. Адвайта Гасай. Адвайта Гасай изначальный ачарья во всей Гауранга-лиле. А остальные другие ачарьи проявились позже. Он был первым. И Адвайта Ачарья с определенной целью начал рассказывать о Майваде, прославлять ее. Есть одна книга, написанная Васиштха Муни, «Йога Васиштха». Итак, вот эту майвадскую книгу Адвайта Гасай стал рассказывать. Он, там говорится, бхакти — это не самое главное, гьяна выше. Без гьяны нет смысла ни в чем. И Адвайта Гасай проповедовал эту философию. Адвайта Гасай рассказывал Харикатху, где сейчас находится Адвайта Бхаван, рядом с Шривасанганом. Здесь, там был его дом, в Майяпуре. Так вот, я начал с того, что ачарья обязан устанавливать сиддханту. И Адвайта Гасай делал это. Иногда он жил здесь, в Майяпуре, иногда в Шантипуре. Когда Адвайта Гасай не мог понять значение какой-то шлоки в Бхагавадгите, к примеру, он постился. Он говорил, я сегодня не могу принять ни просада, ни воды, поскольку я не могу понять значение этой шлоки. И тогда во сне к нему приходил Бхагаван и говорил, вставай, прими просад. Эта шлока значит то-то. Адвайта Гасай просыпался, совершал поклонение божествам и принимал просад. Таким образом, сам Бхагаван был вынужден прийти к Адвайта Гасаю и дать ему понимание. Итак, Адвайта Гасай начал свою проповедь и здесь, и в Шантипуре.
В то время Шантипур был наполнен смартами. Там была столица, центр смартов. И Адвайта Гасай хотел опровергнуть их философию, разрушить их доводы и установить Шуда Бхакти. Итак, мы навеки благодарны Адвайта Гасаю и никогда не сможем отплатить ему за то, что он сделал для нас. Когда Гауранга Махапрабху начал свою лилу распространения премы, Адвайта Гасай сыграл в ней важнейшую роль. Лишь благодаря Адвайта Гасаю на сегодняшний день у нас есть то, что у нас есть в плане преданного служения. Я переживаю, потому что я не чувствую удовлетворения от того, что я успел сегодня сказать, поскольку это настолько обширная тема. Когда Адвайта Гасай вместе с Харидас Такуром совершали баджан, все общество начало критиковать Адвайта Гасая, потому что в то время смарты очень строго следовали всем правильным предписаниям, и было запрещено общаться, а тем более жить с теми, кто находится вне касты, с теми, кто является с мусульманами. Харидас Такур был мусульманом. Мусульманином по происхождению. В Пхулии находится одна пещера. Я там был пару раз. Именно там стал совершать баджан. Харидас Такур. Адвайта Гасай постоянно кормил Харидас Такура. Харидас Такур говорил: «Зачем ты это делаешь? Ну, я же грехастха, я должен тебя кормить». Ну, конечно же, это не так. Давайте подумаем, кто грехастха, а кто саньяси. Еще в прошлый раз мы доказали, что Вишнуприя высшая среди саньяси. Так кто же такие саньяси? Думаете, если есть данда, это и есть саньяси? Конечно, это не так. Может быть, сейчас бывает такое, что человек ходит с дантой и в шафране, но он на самом деле в душе грехастха. А может быть, и не в душе. Бхагаван Шри Кришна в Гите говорит, что тот, у кого нет материальных желаний, нет врагов, является подлинным саньяси. Пусть весь мир строит козни против нас, пусть будут все против нас. Я готов говорить харикатху для одного человека. Вот у нас в центре, где на Бенгале должна производиться проповедь, я знаю, что никто не придет, кто придет. Five years back, I suppose. So
So I am not worried about it. So Advaita Gosai, you know, this way, Advaita Gosai is eternal sannyas. Итак, Адвайта Гасай является вечным саньяси. Так же, как и Шанкар Бхагаван, который, закрыв глаза, совершает баджан, то есть находится в глубокой медитации. Таракешвар — это место, где... Шивджи явился Бхактивинода Тхакуру и сказал, зачем ты куда-то едешь во Вриндаван? Тут и есть Вриндаван. Каши Вишванатх, другая ипостась Шивы. То есть разное восприятие существует. То есть мы поклоняемся Майе как йога Майе, а кругом люди поклоняются ей как Кали. То есть как, я обращаюсь к Майе как йога Майя, а Сада Шив — это мне как отец. Таракешвар, я знал его с детства. Итак, мы должны понимать положение Адвайта Гасая. Я хотел начать с 7 утра, не получилось. На этом мы должны остановиться. Сиддханта Сиддхигуру Нарайана.